Вроде да, по крайней мере, эй, похоже на я не трек. успел его заснять, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Алекс Бонд, тут сейчас были какие-то модные танцы. Были, да стой. Но мы вам их не покажем. Но мы их уже пропустили, да. Но я обещал идти с тобой до конца. Озвучка даже есть, со мной в голосе нифига себе. Что происходит? Страшно. Fire, Reload, PRST. Ёп, как приблизиться? Слушай, а как стрелять? Я научился управлять, не давайте Алексу, я думаю, он душным становится. А, перемещать надо на стрелках, а ходить на VRZ. Со мной в голосе, а как иконейки? На стрелках ходить. Всем привет. Скоп S. Всем привет. О, я их вижу, как стрелять, быстрее. Меня убили. F. Это типа F, прощай, да, там что-нибудь такое. Меня уже убили. Там Пурпру уже убивает. А люди уже под кран наливают по чайку. Что чайку попить? Так, а как? А, я понял, как она работает, все. Это кто что был? Я считаю, что ноускоп это самое лучшее, что придумало человечество. Как я себя прошел? Где они были хоть? Как-то можно показать-то, пацаны? Кто у нас в доме сидит? Че вы тут? Они были на той стороне. Помог? Ты что, Алекс? Это ты из дома бегаешь? Да, наверное. А, в доме ты сейчас, для тебя в доме. Офигеть. Бля, я тут чисто себя снайперка, не снайперка, а этой какой-то гаубицы себя чувствую. Наводка какая-то. Ты как дуло танка, знаешь? Да. А как они выглядят вообще? Как они? Они такие же, как мы, только красные. А, все, понял. Да во что я застрял? Тяжело бегать боком. Кто-то стреляет. Я вижу одного. Ой, он меня, кажется, тоже видит. F. Ну да, пру-пру убил. Я какой, ты прикинь. Это их главный убийца, если что, дорогие друзья. Тут кого-то я слышу рядом. Мне кажется, тут это враги. А тут можно присесть, типа, это? Присесть? Нет. Можно гранат кинуть на G. На G, ага. E, ты убиваешь ножом. E, C, это прицел. Что такое? Это перезарядка. Сейчас я как кого-нибудь выцелю и все. Ой, я... Какая же сложная карта. Я вижу, парни, вижу. Знаешь, я уже... Я чувствую себя снайперкой, никакой снайперкой, ё-моё, танком. Да, так чисто дуло танка, знаешь, как по башне, пока развернёшься, скажешь, такой, там враги успеют курить. Едешь тебя тут туда-сюда. Ой, я провалился под землю. А, нормально все. Я вижу их флаг, а можно захватить их флаг? Походу, да. Мне кажется, это нет. Главная это... задача. Реально? Походу. Так это ж легко. Попасть тяжелее, чем пробежать. Ну-ка. Ну да, мне кажется, что типа флаг не просто так. Нет, мне кажется, я в нем застрял. Я выбежал. Я к аутпосту подошел прям вплотную, потому что я не попадал. И что-то прям подойти прям в спину, знаешь, ему дулом ткнуть, и так потом выстрелить, короче, чтобы убить его. Нормально, ебать, что творится. Ощущение, как будто я в не стрелял, а ножом резал уже. А там можно же как-то рез строить, сказали. Да не важно. На Е. Бля, реально порезать. Там этот... Меня кто-то рез пытался, парни. Задрот карты. Я слышал звук, или это мой? Е. Не знаю, меня тапками кидают. Что делать? Так где они? Я стою их дома, парни, никого нет, никого не вижу. О, я вижу одного, вижу. Вижу, наводка. Оп. Наводка, вон он. Я уже держу, на гаубице. А, вон он, еще один, выцеливает, зараза. Оба, минус аутклоус. Вон он, подожди. Подожди, вил кого-то, реально. Подожди, вон он, бежит. А, вон он, стоит, оп, минус. Еще одного. Ой. Вот это я убийца, все, парни, офигенная карта, теперь каждый стрим не охуем. Реально четкая. Такой чисто. Я так долго двигал прицелом, что чел успел собраться и уйти просто, знаешь. Я понял, как это она просто... работает. Я просто понял, все, это офигенно. Это, правда, я стреляю двумя руками, но да ладно. Я все-таки в гаубице сижу, ничего такого. Я который сижу, чтобы приблизиться и стрельнуть, я просто подхожу и ножом убиваю. Да, я тоже. Меня зарезали. Стрельба вообще не нужна никому. Киндер придерживается вашей же тактики. Потому что он тоже меня зарезал.
Да, потому что тут нет других вариантов. В смысле, я вон троих выцелил, ё-моё. Тут тяжело увидеть. Но убить ну, легко. Ты проблему. Я вижу, вижу. Я кого-то видел. Видел. Ну видел же, видел же. А какие? Мы, короче, с тобой хорошие. Вон он, вон он, вон он. Парни, парни, вижу, вижу. А, на... Как это, как на востоке? Вон он, бежит, где бежит крыса. Восток? Ну, если наш дом этот зад, он уже около нашего дома. Парни, парни, бежит к нашему дому. Сейчас я его выцелю. Сейчас. Я не понял, где он. Меня откуда-то ранили, но я не понял. Он бегает прямо у нас в доме, парни. Оп, убил! Я ему хэдшот дал! Прикинь, что творю. Там Сан-Кан что-то всех убивает, как вообще в это играть? Вообще изи, я не знаю, чего вы задыхаете. Да херня какая-то, вообще. Я вижу, парни. Вижу. Я убил того, кто тебя убил. Он а, это наш. Я, кстати, да, не знаю, как он спокойно убивает. Тоже понял, да, что башня. Он где-то сел, даже шприцу где-то в углу в каком-то сидел. Так, по мне кто-то стрелял, парни. Он на башне был. Тот стрелял, прикройте. А, ну возможно. Я его убил, потому что. По мне кто-то стрелял и не убил. Офигеть, так можно. До скольки убийств мы играем? А, не знаю. Я просто занят, не могу ничего делать, кроме того, как бежать. Наводиться. Блин. Где он, скажи. Я отомщу. Там... Не могу сказать. Ну там где? Возле нашей базы. Да ладно. Вообще обнаглели? Подорвался. Это был мой план. Вон, тебя... А, может только у меня бочку взорвали, поэтому не убили. А, возле моста еще, который был. Я так понимаю. Ну тут два моста, правый или левый? Верхний. По карте, по мини-карте. А, вот зараза, я увидел, и тут еще один. Как он убивает, я не понимаю. Ху! Я убил, но меня убил пропуск, зараза. Хорошая, а, мы друг друга убили, смотри. А, нет, меня Веном убил. Я понял, где Веном находится, все, я сейчас его высеку. Я стою уже минуту и не вижу ни одного человека вообще. Я понял, где там на мосту на правом был реально один, я его увидел. Тут два моста? Да. Вон он, бежит. Это наш, нет? Посмотри по форме. Да тут нифига вдали не видно этой формы. Ура! Хочу... На тебе пру-пру. Так. А, это скини, это я. Так. Мне кажется, я видел только что снайперку. Парни. Это наш. А можно по-нашему стрельнуть? Мне чисто, я чисто ради интереса, можно... парни, не обижайтесь. Ребят, а вот стрельните с дерева. Подожди. Дерево упадет? Не, бежит. Упало. Бежит, импостер, бежит, парни. Ой, по мне кто-то стрелял. Блин, убили красавцы. А, тебя убили? Ну, я вижу их, парни, их много. Я хотел зарядить. Но перепутал кнопку. Наводка, вонючая наводка. Убил! Блин, серьезно, я пока наведусь. В беге убил, парни, в беге. У меня дерево упало. Рядом со мной. Я говорю, то что я стреляли. А, это. Ой. Я не убил никого. А где он? Ой. Подорвал! Не то подорвал. Туда! Просто без ноускопа. Хорошо, туда просто убил. Пру-пру. Сколько убийств надо? Кто это создавал, это просто дьявол, этот человек. Это, я не знаю. Они, кстати, выигрывают в руины. А, у нас еще 50 минут, парни, это 50 минут. Пру-пру в основном выигрывает. Нормально, еще 50 минут. В смысле, сколько у него убийств? Там не пру-пру, там Сан-Кан. У пру-пру 8. У него, у этого 6, у меня 7. Я кстати, пру-пру почти догнал, парни. У меня почти больше всех убийств. Нормально, давай, живем. Видимся, живем, нормально все, че вы? Говорите, где они, я их всех убью. Возле дома дальнего, их, которые, они бегали там, то что. Их дома? Да. Дальнего мешал вышка? Ну, не, прям дом, прям такой, с их стороны, который был. А почему дальний так, есть, а есть ближний? О, пру-пру, ну, ноускопом плане, еще раз бахнул. Не наш дом, а их дом. Я понял, а почему, а, все понял. Я ноускопом сейчас пру-пру бахнул. Они потом в районе дома потерялись, я больше не видел. Блин, где все? Я хочу еще. Дайте мне людей. Я готов. Я готовился к этому. Меня Веном убил. Мне кажется, Веном тоже где-то засел, я его не видел. Я его не убивал. Гена, офигенно. Есть кто-то, нет? Тут есть кто-то, нет? Я вообще никого найти не могу. Где вы? Кого вы убиваете все это время?
у них к ним на базу иди и найдешь кого-нибудь. Да я в крысу встал в кустах, там постоянно меня в спину убивал кто-то, короче. Я встал в крысу в кустах и никого носить вообще не могу все это время. Я просто стою, смотрю. О, противник. Так. Двигай камерой. Офигенно, кто-то у меня просто... Кто-то к реке шел, короче. Говори. Кто-то шел к реке, но с этим скопом это просто невозможно целиться, поэтому я его потерял. Sharp Shooter называется игра. Карта, дорогие друзья. Я вижу врага. Минус сан. Сан кончаус. Ай, зараза. Я играю, да, все, я убийца. Тем временем мы закаркиваем. У меня, наверное, ноль, потому что я вообще никого не убивал. Ты... А, я одного убил. Случайно, наверное, просто повезло. Да ты его... Помнишь, ты говорил, что ты подошел к нему вплотную и стрельнул? А, да-да-да, чел в спину выстрелил, точно. Вот, ты говоришь, повезло, одного с одним только и все. Куда эта зараза, которая бегала вокруг нашего дома, пропала? Короче, я пойду просто, взбегу к ним на базу, кину гранату, все, я устал. Тоже гранаты да, еще есть, дай гранату кину. Прикол. Я иду просто уничтожать. Да. Главное увидеть их раньше, чем они увидят меня. Зараза, пупру! Взорвал. Я взорвал. А я уже целил в него, вот ты какой, пупру. Он не хочет, чтобы я был выше него по убийству. Не, прикольная карта, на самом деле, такая рофильная. Блин, как так? Ты должен был умереть. Нет, он сейчас взорвет меня. Спасибо за подписочку. К сожалению, не могу сейчас прочитать, кто подписался. Где? Тяжело. Да как? Почему надо каждый раз протыкать? Почему нельзя просто кнопку зажать, чтобы он двигал нормально этой долбанной прицелом? Самое тяжелое — это прицелиться. Ой, найти. Это... Да в смысле? Найти-то легко. Но для меня надо... Попади еще. Ай-яй-яй. Ай, блин, не то, туда тыкаю. Я запутался в кнопках управления, они все такие неудобные. А, есть немножко, есть. Я сейчас тоже немного плутаю. Так. Да, короче, нахер это прицеливание, я пошел к гранаты. Оп-оп, кого вижу? Убил Бенома. Я почти убил Бенома. Ой, я просто убил. Чисто на вышку залез. Санкан. Я его убил. Скажи правильно, как твой ник читать, пожалуйста. Я не знаю, он играет. Убили, нет? Вот там человек какой-то в реке стоит, он как будто стоит АФК, но он, походу, не АФК. У меня перезарядка, парни. Перезарядка. Да ты же зараза. Впервые перезаряжаюсь. Я видел врага. Вижу врага. Он кому-то бежит из наших. Беги. Да, на, пру, получай. Все хорошо, парни, все нормально. Сейчас победим. Игра будет за нами. Так, главное движение вперед, помните. Так. Закину еще парочку патрончиков. Это наш, нет? Наш. Нормально, парни. Видите, наши начинают... Веном, это их, блин, зараза. Надо просветить пыль. Кто тут режет? Опять пру-пру режет кого-то. Это может быть. Чтоб меня... Пру-пру чисто пришел на базу резать, я понял. Я его тоже зарезал, я его зарезал. Коннеки Веном. Хорош. Так, а тут тебя только что убили. И этот я руин. Веном меня так, стрельнул. Я вернулся, что происходит. Кого, что я пропускаю? Ты не убиваешься на дай, поэтому... Я ноускопом сейчас убил чела. Хорошо, нормально, парни, все. Хилим, все живем. Ноускопом надо, походу, убивать. Да нет, на дальности можно и так. Убить можно, если тебя не видят. Ай! Мираж меня убил первым. Да черт, я кнопки перепутал опять. А, нет, out closed. А его Мираж убил. Блин, бесит такое управление, я просто путаю DS, так. F и все. Смотрим убийство. 17 киллов упру. 12. А че у него столько убийств? Вы что делаете? Куда вы разогнали? Остановите это безумие. Ну что, хочу столько убийств. Вы руины, вы сливаетесь ему. Мы просто поняли, что это не наше. Вообще ужасный управление. Во, как и пошел убивать.
Одного взорвал, другого порезал. Я видел, видел это. Акаки сзади. Неважно. Акаки, давай. У меня мало здоровья. Акаки, беги. Перезарядка, у меня патроны кончились. Да зараза. Ты... А он меня еще убил, ты прикалываешь что ли? Он, кажется, там бегает. А. Я готов убивать, все. А вы же, у нас какие-то еще аптечки есть? Аптечки гранят, наверное, типа наше здоровье просто показано так, ладно. Да кто? Я так появился, меня убил кто-то уже. А, пропру, я понял, крыса сидит где-то там. Крыса где-то сидит. А, ну да, есть такое. Где-то он крысит, не понятно откуда, но где-то он крысит. Есть такое, есть. Вот он, сзади. И кто-то еще кто-то у нас бегал по спавну сейчас. Да-да-да, было. Тут парниш какой-то бегает у нас. Вон он. Да умри ты уже! Да в смысле он не умирает? Да вот closed. Он умер, нет? Я не понял что-то. Сзади. Тут их много что-то. Тут их слишком много тут. Осторожно, граната! Не знаю, кто это. А, мне кажется, там меня улетела граната. Я кого-то порезал. А, пробу порезал, я понял. Хорош. Где они? Ай! А, с чем мы играем, короче, через VASD и стрелочки получается. Тут такая. Да, стрелочки для управления. Вообще. Так геморройно просто. У меня сейчас я умру. Да классно, шо ты? Кто меня бьет? Как я получил уже урон? Вроде ничего не взрывали, а я урон получил. А вот плод, смотри, меня застрелил. Я шел с тобой честно на ножах драться, ты меня застрелил. Кто так делает? Реально. У меня патронов не было, что ты стреляешь безоружного. Безоружного, неважно. Так, я слышал нож. Знаешь, как у меня есть идея? Сейчас просто уничтожу. Так. Да почему в меня рядом с ним человек, а он стреляет в меня все равно? Где же Стивеном? Он где-то на горе у нас бегает. Блин, как меня убили, я не понял. И тем более не так быстро, а постепенно. Ведь с ножа с одного раза... Не сработало. Вылетело не всегда шоты, вылетело, она сносит 75. Скорее всего, если тело попасть, то сносит 75. Я думаю, он так работает. У него скорострел какой-то был. У меня хп постепенно шло. О, а, да. А какие? А. Есть, короче, фишка. Идем в кусочки играть? Не-не-не, ты не понял. Да ёшкин кот. Да он просто, он даже не целится. Он, походу, он прицел нарисовал на экране, он знает, куда стрелять на прицела. Да блин, ты куда так бежишь-то, зараза? Киндер. Меня бесит то, что я путаю все время D и F. Кто же путает? Пишите в чат. D, F. Я путаю все, я все путаю. Просто короче, такая не... у меня же есть бинды на клаве. Ну. Да блин, зараза. А, ты сделал типа какой-нибудь бинт, там нажать 10 раз, типа там D типа или того, A. Да, типа да, того, да. Мне кажется, они мне кажется, они просто забиндили и все. О, возможно. Не, чё, я просто три раза сделал, чтобы можно было крутиться побыстрее. Только он немного с бегом ломается. Оп. А вот кого я убил? Outclose-то. Блядь, не, что, понял, если я ее активирую, то он ломает немножко мне этот. Вот кто-то меня попал. Вот кто, я не понял. Как? Меня вот тоже кто-то попал. О, хилинг. Как? Нормально, почему парни. Я даже не вижу бассейника, а меня восстанавливаюсь. Куцует. Одним, походу, башник откуда стреляет. Как вариант. У нас тут на базе стреляет. Наша башня может быть свободна. Блин, я не понимаю. Это просто... Без мышки это вообще ужас. А шо вы плачете? Да потому что это вообще ужасно. Пру-пру порезан. Пру-пру страдай. А как я вот нашел свое? Он умеет резать. Сало. Я тоже умею резать, но это надо подойти. Сейчас я развернусь, этот дуо танк невозможно развернуть просто нормально по-человечески. Не, понял, его сначала надо развернуть внешне, ну как-то это не приближенно, а потом... Прископить. Пока а куда? Я даже стрелять не пытаюсь в этой игре, ты о чем? Ай. Ты дурак, что ли, стрелять в этой игре? Веном откуда-то. Санкан Чалс Ху.
иди нафиг с башни. Че, он на башне сидит? Может, я думаю, что он на башне. Тут что-то стрельнул. Убью пру-пру, Индра меня. Блин, что за... А. Кто? Да как ты меня... Ах, сразу вот он бегал прямо около меня. Ладно, давайте последние 3 минуты будем заканчивать. 23 минуты видосика, я думаю, самое то, дорогие друзья. Чё по убийствам? 28 пру-пру, вы что делаете? А потом я, кстати, 15. Да-да. Я вижу, откуда стреляют. Да, пойду даже. Она там... Блин, это вообще ужасно. Это ужасное управление в прицеле, тем более. Да ты зараза. Просто ад. Он двигается настолько медленно, даже если ты прям со скоростью света тыкаешь в эту кнопку, он все равно он двигается как клавиш шло, но все равно так... Да ты зараза. Он ведь даже... А, конец игры, походу. Видимо, да. Акаки, он даже заедает. Дефет. Ой, так, там он... ракету запустили на что. Там летит, да. Ой, очень по жалко. Походу, мы взорвались. Сыграли 21. Я считаю, мы победили. Я считаю, что да, у нас были слишком слабые наши. Полностью согласен. Там пру-пру вообще трындец как фигач. Он там, у них просто пру-пру задрот, у него одного убийства, как у меня, в два раза больше. Заметь, не только пру-пру узнал от карты, там еще как минимум два человека или один. Не знаю, ну у меня, я на втором месте был по убийствам, так что я считаю, что я показал мастер-класс, я тот еще снайпер, управление танком, это мое. Точнее, стрельба. А на этом данный видосик подходит к концу, дорогие друзья. С вами был Алекс Бонд, Акаки и Канеки. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. Всем пока. И до новых встреч.